Итак, дорогие друзья, я продолжаю свой репортаж о склейке очередного небольшого аквариума. Значит, я забыл вам сказать предназначение этого аквариума. Видите, сам по себе у него широкое дно. Это вот у меня дно, да? И, так сказать, стенки вот сами по себе, они невысокие, где-то порядка 25 сантиметров. Даже, наверное, 22-23, вот так вот. Вот, а размер дна у меня получается вот эта вот площадь или размеры, да, периметр. Вот, где-то 46 на 49, вот так вот. То есть он достаточно такой, это, абстрактно полметра на полметра, да. Вот, здесь я хочу, это, грубо говоря, аквариум для петушков. Почему низкий? Потому что им живут они в естественных условиях, на рисовых полях, в лужах и так далее, на мелководье. Им большой, так сказать, столб воды не нужен, как, допустим, дискусом или скалярием. Но, кроме того, что им нужно, им, значит, нужен как бы такое вот постоянное небольшое течение протока, хотя кислород в этом деле не нужен. Поэтому вот такой вот аквариум, будем говорить, вот так вот, это будет его высота, это будет для рыбок вполне достаточно. Значит, вот я приклеил, так как у меня нету четвертой точки опоры, я просто силикон вот так вот прижал и положил так грузик небольшой, ну так, чтобы не перетягивало, чтобы не было давления вверх, вот, поэтому вот так вот все у меня и происходит. Дальше я буду делить на ячейки, ячейки будут небольшие, примерно. Ну и, так сказать, ужимать я их не буду. То есть каждый объем будет примерно 2 или в пределах там от 1,8 до 2,2 литра. Пока я не считал, сколько мне придется сделать ячеек. Потому что сразу объясню, я хочу сделать здесь еще профилактический фильтр. Вот. Основа его будет заключаться в том, что из специальной ячейки будет высасываться через губку вода с грязью, и в нас на другом конце, так сказать, этого аквариума, в такую же ячейку или в другую ячейку, ну в общем в другую ячейку, будет уже сливаться чистая вода, так сказать, круговое движение через фильтр. И что мне это даст? Во-первых, это мне даст то, что я буду не так часто менять воду у них, то есть, грубо говоря, не раз там 3-4 дня, а примерно раз в неделю я буду немножко отсасывать у них пол аквариума, ну то есть 50% старой воды и доливать свежей. Дело в том, что петушкам, у них большая потребность в хорошей, свежей, чистой воде. Вот здесь я им заливаю вот это вот чисто родниковая вода, то есть это вода не из речки, не из колонки, не из откуда-то там, из системы, так сказать, сантехнически, откуда поступает вода в городе для питья, ну, допустим, в той же Москве, где ее там обрабатывают всякими, я не знаю, химически или уфлампами. Здесь это чистой воды, родниковая вода. Поэтому я помещаю хоть мальков, хоть взрослых рыбок прям сразу в воду. Естественно, я чуть подогреваю, потому что реально ее температура примерно плюс 4, плюс 6 градусов. Вот, мне приходится немного подогревать, либо в чайнике, чтобы разбавить, либо, если много воды надо, в ведро ставлю кипятильник и подогреваю ее примерно до 25-26 градусов, чтобы там, так сказать, рыбкам было комфортно. Ну и, соответственно, уже эту воду доливаю. Вот так все происходит. Сегодня я уже поклеил две стенки. Торопиться об эти не хочу. Мне особо торопиться некуда. Поэтому завтра я буду клеить, нарезать. То есть у меня готовы как бы 4 стенки. Мне нужно... готовы 5 стенок. Еще средняя стенка у меня готова, которая будет делить этот аквариум пополам. И потом я буду делать еще ячейки. И уже исходя, буду просчитывать, чтобы размер на каждую рыбку приходился от, ну, в среднем 2 литра, вот, для самцов я имею в виду. Вот, поэтому будет из этого исходить и
количество этих ячеек. Что еще хочу сказать? Здесь не обязательно, чтобы эти ячейки были квадратными, треугольными, там круглыми или еще какими-то. Они могут быть и вполне плоскими, то есть, допустим, вот такими вот, там вот так вот, да, до середины. И вот такой высоты столб, допустим, да, вот на такую вот высоту. Это будет примерно, ну, наверное, те же 2 литра. Будет прямоугольник, им особо не важно, как это будет выглядеть. Особо плавать они, ну, будут он плавать там друг перед другом, выделываться. И все. На этом, так сказать, их активная такая жизнь в основном заканчивается. Конечно, мне там говорят, что ты их держишь в таком маленьком объеме. Я вам хочу сказать честно. Я этих рыбок развожу. Развожу для улучшения породы, то есть скрещиваю, получаю новые виды, получаю как бы такие, ну, уже коренные. Коренные, если хороший получился вид, как хороший, я его усовершенствую, получаю хороший вид. Вот, я его усовершенствую, я его развиваю постоянно, так сказать, чтобы порода была устойчивая, да. Вот, а так в основном я все это делаю на продажу. Вы хотите, держите в 5, в 10, хоть в 50 литровых. Мне все равно. Вы сами понимаете, если я буду по 57 штук мальков, которые мне для каждого представлять, по 10 литров, 700 литров, у меня квартиры не хватит. Да они никогда не окупятся, если я буду такое количество для них держать. Вы понимаете, что такое 50 литров для одной рыбки? Это можно туда ее посадить и уже больше ни о чем не думать. То есть залил и навечно. С фильтром эта вода никогда не испортится, она только будет стареть. Поэтому для нее нужен, так сказать, свежий. Ну, что я вам рассказываю? Возьмите, поднимите азиатские рыборазводни, особенно петушатники, и посмотрите. Там совершенно официально они держат их в литровых, в полутора максимум банках. При этом, как они заявляют, воду они меняют ежедневно. Ну, не знаю. Я бы, допустим, меняю раз в 3 дня, и меня, и рыбок это вполне устраивает. Конечно, если у них это работа, и им за это деньги платят, и воды у них немерено, но можно ее хоть каждые полчаса менять. Это их проблема. Если бы мне за это платили, за замену воды, и, грубо говоря, никто эту воду не считал, я бы тоже ее каждые полчаса менял. Платите деньги, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Но здесь и вода у меня идет через счетчик. Да я просто необходимости такой не вижу, чтобы эту воду постоянно менять раз в сутки. Раз в 3 дня, если она чуть-чуть, ну ее видно, она чуть помутнела, или там сопли появились, или счетчик. Конечно, рыбке некомфортно, и менять ее надо. А так, ну раз в 3 дня, раз в неделю, при хорошем объеме 2-3 литра, ну это раз в 1,5, раз в 2 недели. Ну вот пока я буду заканчивать этот репортаж, завтра еще что-то приклею, сделаю еще часть, соединю, или, может быть, отдельным видео покажу вам, что будет дальше. До свидания, с вами был Александр Сазонтов, и это мой авторский канал «Рождение новой жизни». И репортаж я веду о склейке аквариумов для петушков. До свидания.